Студия изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Декор» еще 20 лет назад распахнула свои двери для талантливых детей. Ее бессменный руководитель, художник Нила Горчинюк, уже второй десяток учит детей азам живописи, а более опытным ребятам раскрывает собственные секреты успешного мастера кисти. За годы существования студии пройдено очень много дорог, путей. Мы выполнили очень много проектов. Очень много выставок украсило самые престижные залы города Бреста и Минска. Мы делаем очень много интересных проектов. И в данный момент в Минске, в Театре государственном академическом музыки есть выставка, открылась 4 января, «Геометрический карнавал». Минчане ее могут увидеть весь декабрь и весь январь. За 20 лет существования в студии «Декор» прошли обучение десятки ребят. На первых порах практически каждый пытался копировать стиль преподавателя. Но спустя годы занятий ученики нашли свое художественное направление, которое поможет в самореализации и выборе будущей профессии. Я занимаюсь уже очень давно. Это было, когда еще ходила в детский садик, то есть лет уже, наверное, 10-11. Я занимаюсь, и мне там очень нравится. Чем нравится? Чему уже научились? Ой, да научилась я очень много всему. Самый, наверное, главный вывод, результат моего учения, это то, что у меня было две персональные выставки. Именно благодаря Ниле Николаевне она все это организовала. Было очень классно. Есть у студии и десятки благодарных выпускников. Мне мировоззрение как будто расширилось. Вот это все такое сказочное, фантастическое. Плюс я как вот потом поступала на парикмахера, было уже немного проще уже вот даже рисовать. И я по сей день рисую и также планирую с помощью Нилы Николаевны устраивать тоже выставку. Поздравления звучали в адрес и руководителя студии, и всех тех, кто сегодня здесь обучается. Особые слова благодарности были адресованы выпускникам, которые связали свою жизнь с искусством. Хочется вас всех поздравить с тем, что вы становитесь участниками того дивного действия, которое происходит в мире художников. Создание дивных работ, познание мира и перевоплощение. И вы можете увидеть этот мир сегодня через их глаза, через их мировоззрение, через их сочетание красок, жизнелюбия и познание этого мира. Поздравляю вас с этим праздником и всем огромное спасибо. Мирослава Коваленко, Григорий Пекарский, телекомпания «Бук ТВ».